Да, одно радует, что землянка неплохо замаскирована. Здесь была припаркована машина. Вот прямо возле мостика. Метеоцентр, как всегда, на высоте. Ну что, не повезло тебе. Из сетки ушел. На сковородку попал. Вот такая удобная прихваточка, ручка для готовки на природе. На первый взгляд все тихо. Ну, вроде все спокойно. Вдалеке приближаются пара рыбачков, но они вроде идут стороной. Вы, наверное, заметили, что сегодняшнее утро для меня началось с некоторой осторожностью, можно даже сказать, опаской. И на это есть своя причина. В последнем видео вы видели, что я ходил на ночную рыбалку и поздно вернулся в землянку. Лег спать около 2 часов ночи и, соответственно, проснулся не так рано, как обычно. А точнее, меня разбудил Найк около 10 утра, просился на улицу. Но когда я открывал дверь, чтобы выпустить Найка, я услышал голоса совсем неподалеку. Я аккуратненько вышел на улицу и выглянул из-за оврага. Я не поверил своим глазам. Прямо возле мостика моего стояла припаркованная машина, 2 мотоцикла с коляской и квадроцикл. И около 10 человек, может немного больше, рыбаков, сидели прямо, ну, в общем-то, напротив землянки, на тех местах, где я обычно ловлю рыбу. Решил я не создавать конфликт. Во-первых, а во-вторых, совсем не хотелось выдавать свое местоположение землянки. В общем, я решил не высовываться, целый день провел в землянке, как тот снежный человек, который не любит показываться на глаза людям. Печь не топил, благо землянка отлично держит тепло. Ну и вздохнул с облегчением, когда вечером они собрались и уехали, не оставшись на ночную рыбалку. Так что вот такая вот не очень для меня приятная история приключилась. Надеюсь, такие шумные компании не будут часто навещать мои места. Ну а сейчас я собираюсь на рыбалку и попытаюсь поймать того леща, которого не удалось поймать на ночной рыбалке. Метеоцентр, как всегда, на высоте. Сегодня передавали солнечную погоду, облачную. Но пока даже намека на солнышко нет. Кабанчик бегал. Что сегодня особо рыбаков не видно. Есть пару палаток недалеко. Но это уже не совсем как
эти наглые. Так теперь выглядит место возле моего мостика, возле моей землянки. Тут как будто трасса автомобильная. Все протоптано, все проезжено. Неужели места мало? Здесь была припаркована машина, вот прямо возле мостика. Хорошо, что землянка расположена во овраге, и даже я знаю, что она там, не всегда с первого взгляда нахожу, где именно. Да. Набурили, натоптали. Ну, как ни странно, мусора не видно. Обычно такие подвыпившие компании после себя оставляют хуже, чем свиньи. Здесь вроде все в порядке. Вот. Лодка старенькая, никому не нужная. Думаю, что никто ее не украдет, поэтому я ее не снимаю. В принципе, это, скорее всего, ее последний сезон. Она уже еле дышит. Так что, как только придет весна, я ее соберу и отвезу в утиль. Да. Вот тут кто-то вообще круги нарезал вокруг палатки. Да, крепко я спал. Не слышал такого движения. Ой, скользит. Позавчера была оттепель, когда я рыбачил ночью. Ночью было почти плюс 5. О, а здесь у меня филиал олимпийского бассейна. Да. Воды сантиметров 8. Интересно. Вроде такой тоненький материал. Вокруг везде все замерзшее, твердое. А внутри вот такой бассейн. Все плавает. Я теперь не знаю, как ее отсюда вымораживать, выбивать топором, наверное, чтобы переставить на новое место. Ладно. Здесь мне ловить не хочется, в этой луже. Тут можно заплывы устраивать, рекорды олимпийские ставить. Придется просверлиться где-то рядом с палаткой. Есть небольшой ветерок, так что лучше спрятаться за палаткой. Ну что, сверлю лунки, закармливаю и пойду поставлю чайник, заварю чаю. Хочу провести сегодня побольше времени на рыбалке. Да, одно радует, что землянка неплохо замаскирована. Ну что, я немного перекусил, термос наполнил чаем. Ну и сейчас пойду проверю, пришла ли рыбка на прикормку. Кстати, прогноз погоды, как ни странно, не ошибся. На улице действительно распогодилось. Так что я иду ловить крупного леща. Вот так сегодня распогодилось, вышло солнышко, ветра практически нет.
тепло, даже если не клюет, вполне приятно посидеть в такую погодку, хотя ну так потихоньку и поклевывает. Полосатый, полосатый попался. Обычно, когда наливаешь чай, сразу следует поклевка. Снова не в этот раз. На камеру никогда не получается. Вторую удочку. Вот такой. На леща не тянет. На сковородку можно. Похоже, и под лещечек. Кто-то давит.
хочет в лунку идти. Небольшой, но... Здесь побитый. Похоже, из сетки ушел. Не похоже на хищника. Что его кто-то цапнул. Ну что, не повезло тебе. Из сетки ушел. На сковородку попал. Ну что, на жареху есть, можно и собираться. Ну что, крупного леща поймать так и не удалось, но меня вполне устраивает и пару подлещиков. Сейчас буду их чистить и готовить свою добычу. Рыбу чищу, как обычно, вилкой. Очень легко и просто. Можно даже ложкой вот так. Все, одна сторона есть. Все, рыбка полностью почищена. Ну вот, рыбка почищена и порезана. Я ее присолил и присыпал перцем. Хочу признаться, раньше рыбу я очень не любил чистить. Не скажу, что сейчас я от этого в восторге. Но спустя уже почти 8 месяцев моего пребывания в лесу, я это делаю очень быстро, и меня это уже абсолютно не напрягает. Вот, масло разогрелось, печь хорошенечко кочегарит. Жарить буду без муки. Если хорошенечко прогреть масло, то и без муки рыба не пристанет. Сковородки, и все будет в порядке. Главное хорошенечко раскалить сковороду. Ну и вначале немного пошевелить кусочки. Вот одна сторона поджарилась. Переверну. Пахнет замечательно. Вот такая красота, абсолютно не прилипает. Главное условие – хорошо разогретая сковородка.
Вот такая вот рыбка получилась. Оп. Такая удобная прихваточка, ручка для готовки на природе. Обычно на костре обычные ручки, сковородки быстро сгорают. А вот такой металлический можно сюда взять и переставить куда надо. Ну вот рыбка готова, я сейчас буду обедать. Все, кто кушает вместе со мной, приятного аппетита. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто меня смотрит. Кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь. И до встречи в новых видео. Пока.